Хей, гей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игруху под названием Darksiders 2. Так, в прошлой серии мы с вами пришли в какую-то кузницу. Тримистер или как-то так, не помню точно. Но оно и не важно. Нам нужно исследовать воды. И мы этим сейчас займемся. Так, я тут видел сундук. Я видел тут сундук. И он мне нужен. Тут понять еще, куда мне идти. Было бы еще лучше и замечательно. Так, что у нас здесь? Что за звук был? Как будто кони где-то топают. Понять. Ну и звук. Ну и звук, однако. Так, а можно мне понять, как мне отсюда выбраться? Было бы тоже неплохо. Так, окей, вижу. Погнали. Так, как мне тогда туда попасть? По верху. И тут есть тоже проход. Закрыто. Если есть замок, то должен быть и ключ. Я с тобой не спорю. Так, я туда попасть могу? А где должен попасть? А ну-ка. Кайф. Хорошо. Значит, так просто мне его не достать. Значит, так просто мне его не достать. Воу-воу-воу. Надеюсь, это не все враги. Воу. Жесткий. По сути, я могу здесь прыгнуть, но давайте здесь тогда уже исследую до конца и пойдем. Деньги, 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 деньги. Так, там заперто. Они сильные.
Что это за вниз куда-то путь? Так, инвентарь. Надеть. Этот элемент доспеха защищает нижнюю часть туловища. Хорошо. Но я понимаю, что я еще куда-то вниз туда могу спуститься. Окей. Какая-то печать. Ага. Ну, здесь ничего такого нету. Подождите. Подъем наверх есть. Они бронированные. Жопа. Они просто жопа какие бронированные. О, сундук. О, фиолетовый ключ. Так, ключ с скелетом. Эти из украшенных ключи позволяют открывать запертые двери. Нажмите его, чтобы показать так карту, место, на котором есть ключ. Добро. Черт. А, стоять. Это ж начальная, да? А что у нас тогда здесь? Ага, здесь у нас сундук. Ботиночки возьмем. Как мне туда попасть? Вопрос на засыпку. Мне нужно отсюда. А, ну я это за один раз не сделаю, все. Да. Это как в первой части, когда у нас типа идет прокачка. Здесь такая же херь. Только здесь нам нужно, как вам сказать. В чем дело? В чем дело? Что за дерьмо? Класс. Хейо, гайс, вы Мишеньки, и мы продолжаем проходить игруху под названием... Или как-то так, не помню точно. Давайте воды.
Так, я тут видел сундук. Класс. А, все, запись продолжается, тё. То она что-то зависла. Давайте тогда остановлю и следующий продолжим. Ну, что вам сказать? Я перезашел в игру. Главное, что все сохранилось. Так, сохранить. И вещи рандомные даются. Так, затрат ярости, 2% критический урон, а это магия. Защита магия. На самом деле, ребята, это мне что дали? Ботиночки, да? Не помню, что мне дали, кажется, ботинки. Рандомные вещи даются. Так, юзаем ключик. Мне колючая эта херь не нравится. Не хочу знать, что это. Но это махина. Махина здоровая. Это невозможно. Это возможно. Есть смысл ли вот так сохраняться, но дикарские косы. Урон увеличен, считай, почти на 11 увеличен урон, и прибивающий удар у нас еще есть. Так, изнутри лезвие косы, короче, описание одинаковое. Так, косы изменились. Я не знаю, в какую категорию можно отнести эту игру. По сути, это будет категория у нас. Красные косы. Одержимые двойные косы. Вчера себе. Это что-то новенькое. Так, где... Одержимое оружие можно аж прокачивать, да? Так, одержимые двойные косы. В принципе, урон, считай, одинаковый. Эх. А, вот, улучшить есть. Типа мы можем туда положить вещи, чтобы для улучшения. Отмена. Короче, как-то так. Одержимые косы. Ну, не выглядит красиво, ну, блин. Здесь у нас еще пробивающий урон есть. Такое. Я за то, чтобы взять... зелененькие косы.
Да, ну вообще почти ничего не стоит. Одеть. Буду с этими косами. Так, лады, погнали отсюда выбираться. 15 минут, но я не могу, конечно, обрежу видео. То, что ты там еще на черном экране разговаривал сам собой. То, что там ничего такого толкового не было. Плачущий утес. Проклятый лес. Просто вынос. Минус деньги. Прах плюс деньги. Готово. О, нашел проход. Что-то гудит. О, еще осы. Надеть. Сохранить. Это кристалл маны. Понятный кристалл маны. Секира. Вперед, вперед, вперед. Нужно что-то искать здесь, по миру бегать. Косы. Беговый урон, я думаю, брать не буду. Беговый уровень. Так, получено очко. Сундук. Пускай они там ходят, бродят. А я лутаю. И не до них. Так, и у нас идет развилочка. Пусы прикольно выглядит. Ага, сатанинский, ну, прикольно. Так, следующий уровень. Ярость незначительно увеличивает урон. Так, иногда поджигает. Я сделаю лучше так. И у меня идет развилка по карте. Как мне сделать маленькую? Окей. Никак. Мне нужен, в принципе, в котел, поэтому пойдем в котел. Значит, пойдем сюда сначала в храмик сходим. Или это уже был?
Блевать вот дохера гигантов этих. Умри, умри. Отлично. Еще часть страниц. Ага. Уже вторая. Ты думал меня убить? Так, тут подъемчик наверх. Тут на той стороне. Блин, видите, вот тут нужна цепь. У меня нету этой цепи. Поэтому можно сказать, ну нафиг это все дело. И погнали. Туда можно залезть. Ой, тихо. Секунду. Ценное что-то, ценное что-то, ценное. Так, предметы. Вихревые, мощный удар, секиры. Так, лезвие, глефы, так, насажено на длинное древо, что увеличивает дальность удара. Попробуем. Я что-то не вижу. А, вижу. Это на самом деле такое дерьмо. Во-первых, оно очень слабое. Так, заполучено. Но очень слабое. Что за звук все еще? Где-то под низом что есть проход? Не, если с руки... Он будет с руки так выносить хорошо. Нет. Не будет. Короче, это дерьмо. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Пускай урон и меньше, но она более убойная. Вот и все. Делов-то. Не то, что херь, с помощью которой еле-еле можно попасть. Ладно, вперед. Лазим с коняшки. Туши получены. Вижу сундук. Вижу каменного ублюдка. Слышу еще одну руну.
Я слышу руну. Я не вижу, где могу забраться. А, вижу. Теперь я вижу. Так, перебегаем. Перебегаем. Непонятные камни. Что это за оружие? Быстрей. Походу мне чем-то это нужно ломать, взрывать. Ладно, встретим каменных. О, как раз. Пользу когти. Вот такое. Да, оно быстрое, да. Но оно не по урону вообще мне не подходит. По урону оно проигрывает. Раны, метеоры. Да, это я приплыл. Ворон показывал сюда. Так, вижу два сундука. Один точно здесь. Талисман мудрости. Талисман мудрости. Редкий амулет, который увеличивает силу владельца. Допустим. Если верить, то тут еще где-то есть. Что с языками мне? Что они дают? Что-то, наверное, же они дают. О, еще кристалл. Еще кристальчик. Ворон молодец, что меня сюда пригнал. Мне кажется, молот был бы помощнее. И так подумать. Молот, скорее всего, был бы помощнее. Ой, 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 ой! А я коняка, блядь. Что? Он был непробиваемый. Из-за того, что он вышел из локации. Не считается ли это глупостью?
Не, ворон молодец, он мне показывает, где есть сокровища. Так. Так, здесь странный выбор. Мне сейчас это дашь одета. Сопротивляемость, магия. Давайте лучше, я думаю, штанцы одену. Можно включить автоматический что-то подбор. Это я знаю. Пристало, блин. Я ж когда пойму, что с ними нужно делать, потом вернусь и буду их ломать. Не место для лошадей. Место. Я не хочу, чтобы меня лавовым мешком убили. Так. В принципе, уже время. Давайте добежим уже куда-то и закончим. Оп. Они напрашиваются, да. А помочь? А помочь? Спасибо. Значит, то была правда? Всадник пришел в мир! Ну, сколько можно? Ты не Филипп, тот, которого зовут Смерть. Как ты сюда попал? Свернул не в ту сторону. Похоже, я застрял тут с последним из вас. Если ты ищешь котел, то должен знать, что он давно принадлежит Порче. До сих пор я чувствую рокот огня глубоко в недрах земли. Я все же рискну. Почему бы тебе самому не разжечь пламя? Я здесь именно за этим. Решил, почему бы не начать. Начать быть героем, то есть. Вот только котел хорошенько запечатан, а путь наглухо закрыт огнем. Ты выглядишь способным, может тебе удастся найти лазейку. А я подожду здесь, буду охранять вход. Кто ты? Ты отличаешься от остальных. Менее приятен глазу, как минимум. Ха! Тоже я могу сказать и о тебе. Все вокруг зовут меня Сопляком или Парнем, но мне по нраву мое собственное имя — Карн. Значит, Сопляк. Как хочешь, этим меня не задеть. Окей, одно слово. Скажи, если ты отправишься туда, ты не мог бы сделать для меня одну вещь? Да, могу. Но разве я уже недостаточно сделал? Возможно. Хотя я считаю, что ты достаточно делаешь только для самого себя, но наша сделка может оказаться взаимовыгодной. Ну, если тебя это не очень затруднит, я забыл там старое металлическое блюдо с изображением двух молотов. Ничего особенного, но оно моей работы. Это последняя вещь, которую я сделал. Тарелка? Ты просишь принести тебе тарелку? Ну, видишь ли, она мне дорога как память. Если ты найдешь ее, я отблагодарю тебя. Окей. Мы с тобой это сделаем. Но мы это сделаем немножечко в следующей серии. Сундучок я этот возьму. И можно заканчивать. Просто я думаю, если автоподбор, у меня есть ограничения или у меня без ограничения? Меня. Нихера себе. Тихо. Так. Перчатки дерьмовые. Ух ты ж ё. А ну. По сути, тот же самый секира, только намного лучше. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У меня она полностью отхиливает.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.